Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Qubot R19 очистить историю браузера. Для начала открываем наш интернет-браузер. Затем тыкаем здесь, переходим во вкладку «История», нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной диапазон, за который мы хотим удалить историю. Это может быть последняя неделя, последний час, последние сутки или же последний месяц. Или вообще все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения, другие файлы, сохраненные в кэше, сайты с сохраненными паролями, данные для автозаполнения. И нажимаем «Удалить данные». И после этого история будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.